На футбольном стадионе «Калиф» начались строительные работы. По заверениям городских властей, после реновации стадион будет отвечать всем стандартам и сможет стать ареной для проведения больших европейских футбольных турниров. С подробностями вице-мэр по городскому хозяйству Андрей Филиппов. В 2009 году город Нарва и футбольный союз заключили договор о реконструкции стадиона «Калиф» в городе Нарва. На одинаковых финансовых условиях ориентировочно эти суммы составляют по 7 миллионов крон со стороны футбольного союза и 7 миллионов крон со стороны города Нарва. В конце 2009 года городом уже убраны административные здания на стадионе и проведен футбольным союзом конкурс на проведение работ непосредственно на футбольном поле. Этот конкурс выиграла Ихвесская строительная фирма, и сейчас работы на стадионе «Калиф» в полном разгаре. То есть поднят грунт, сейчас будут прокладываться трубопроводы для укладки труб. На подходе установка искусственного футбольного газона. Но для этого необходимы определенные условия. Сейчас в ходе работ выяснилось, что необходимо укрепить дно футбольного поля, по которому будут проходить трубы, и ведутся работы по графику. Планируемое окончание работ по футбольному полю – это конец июня месяца. В это же время город со своей стороны проводит конкурс горспоставки, потому что мы не хотим ограничиваться только одним футбольным полем. Мы хотим оборудовать и две площадки для тенниса, трибуны, освещение стадиона и также еще дополнительно провести работы на втором дополнительном искусственном поле и также оборудовать площадку для выгула собак в дальней части стадиона.